Продолжается всероссийская перепись населения. Жители нашего города и района в ней принимают самое активное участие. Это важно и необходимо, так как государство, оно для того, чтобы реализовало свои программы по отношению к населению, то есть социальные, экономические программы, необходимо знать. Это и социальное положение, это и трудоспособное население, в каких сферах они заняты. И чтобы правильное решение принять, и в регионы, в частности, в нашем городе эти программы существуют, им необходимо знать многие вещи, в том числе и демографическое состояние, национальный состав, в каких местах, в каких сферах жизнедеятельности они заняты, в каком количестве заняты. И вся эта информация необходима для государства, для принятия и планирования дальнейших своих действий, как социальное, так и экономическое направление, соответственно. Поэтому мы приняли участие в этом, и члены моей семьи считают это обязательным явлением для наших горожан. И призываю, конечно, чтобы ответственно к этому относились и приняли максимум, делали то, чтобы принимали участие вот в этих мероприятиях.